Уважаемые коллеги, все встречаемся после обеда с новыми силами, довольные, самые стойкие, которые готовы, так сказать, послушать о том же, что происходит в реальной клинической практике при лечении опухоли желудочно-кишечного тракта. И в этой ситуации у меня два аспекта. Первое, то, что мы на своем отделении пытаемся сделать с точки зрения лечения местно распространенного рака желудка, и отсюда получается ряд наблюдений клинических, которые мы можем представить. И второе – это общее впечатление по поводу лечения метастатического рака толстой кишки. Потому что на сегодняшний день, допустим, ранний рак толстой кишки мы пока с помощью моноиммунотерапии не пробовали лечить. Ну вот и начнем. Проблема лечения местно распространенного заболевания желудка, конечно, на сегодняшний день очень важна. И золотой скальпель хирурга, он не может на сегодняшний день привести к тому, что пациенты будут жить после радикального лечения. В этой связи, посмотрите, даже изменив вариант классификации этой заболевания, все равно у нас показатели пятилетней продолжительности жизни не столь высоки. И вот в этой связи, конечно же, мы на сегодняшний день находимся в рекомендациях, в стандартах, которые нужно делать. И активно с вами используем переоперационную химиотерапию. И, собственно, вот на сегодняшний день глобальный стандарт, к чему он пришел. То есть есть местно распространенное заболевание желудка, N+, грубо. Дальше, получается, ты в зависимости от состояния пациента назначаешь переоперационную химиотерапию. И вот начинали все с, видите, только фторпиримидинов, потом исследование Каннингема, это с триплетом, и дальше получается модный флот, который, оказывается, приводит к пятилетней продолжительности жизни 45%. И, собственно, вот и все. А дальше, получается, 55% они прогрессируют и оказывают свое максимальное влияние с точки зрения именно продолжительности жизни этих пациентов на круг. Что делать? Соответственно, помимо поиска новых вот этих стандартов лечения, да, и определения, допустим, переоперационной схемы, дальше, получается, мы все с вами делим. Это видно на примере заболевания легкого, да, когда фактически весь пирог из популяции пациентов поделен на определенный генетический дефект. И мы с вами для каждого генетического дефекта назначаем лекарственную терапию. Идея такая же. Такая же идея при заболевании молочной железы, такая же идея при заболевании толстой кишки, везде. Сейчас при заболевании предстательной железы. То есть вот все поделили. То же самое происходит и с заболеванием желудка. И в этой ситуации мы видим, что есть определенные зацепки, которые покажут нам о том, что ряд пациентов, которые встречаются в нашей клинической практике, они имеют возможность отвечать на нашу иммунотерапию. И в этой ситуации, получается, как раз выделен отдельный молекулярно-генетический подтип заболевания желудка. Это тот, который имеет изменения в микросателлитной нестабильности, то есть изменения в генах репарации. Отсюда вот вопрос вот этого деления. А к чему это все? То есть получается, что данный генетический подтип, он может определять прогноз, он может определять вариант лечения, он может определять необходимость назначения профилактического лечения, и он определяет чувствительность к определенным препаратам. Вот для чего нам нужны молекулярно-генетические подтипы. Выделив это, дальше ты планируешь наше лечение. Отсюда микросателлитная нестабильность, несколько слов уже в первой сессии обсуждалось, это Евгений Наумович прекрасно говорил, изменение рамки считывания, много-много-много всяких разных антигенов, которые могут быть иммуногенны и которые могут быть предпосылкой для назначения иммунотерапии. В этой связи, конечно, интересна вот эта работа, когда ты фактически назначаешь препарат, который контролирует взаимодействие лигандоклеточной гибели рецептора, да, который находится на поверхности иммунной клетки и опухолевой клетки, и, собственно, разделяя их, достигаешь эффекта. Потому что, почему? Потому что много-много вот этих антигенов. Отсюда получается, есть предпосылки для назначения моноиммунотерапии при заболевании желудка, теоретически. И на сегодняшний день, видите, получается, известные исследования, которые имели в своем основании сборную солянку. То есть в основном это общая популяция больных,
И часть пациентов с метастатической формой имели изменения с точки зрения генов репарации. Немного этих пациентов для метастатической формы, но при этом посмотрите, какой ответ. И это коррелирует со временем до прогрессирования и общей выживаемости. То есть на сегодняшний день есть определенная мишень, которая блокируется с помощью иммунологических препаратов. Фактически на порядок отличается достижение объективного ответа. Мы с вами знаем, да, что это достижение может коррелировать как раз и с продолжительностью жизни. А для метастатической формы это крайне важно, именно для заболевания желудка. Подобное наблюдение было, да, и в модном исследовании сейчас вот по-моему, АСКЖИ было опубликовано как раз длительное наблюдение MSI-HI на 649-м исследовании. Посмотрите, медиана продолжительности жизни 38 месяцев для метастатической формы. Говорю, а трехлетний уже. Представляете, метастатический рак желудка, трехлетний медиана продолжительности жизни для именно определенной подгруппы больных. В итоге, получается, у нас есть и мишень, у нас есть эффективность, у нас есть увеличение продолжительности жизни. Это как предпосылка для метастатической формы. И в этой связи, конечно же, интересно использовать данный подход к применению у пациентов с ранним заболеванием. Зачем? А я показал кривые, чтобы вылечить эту группу пациентов. И вот в этой ситуации есть, опять же, предпосылки, когда же иммунотерапия назначается у пациентов с местно распространенным раком. Что нам дают клинические исследования? Посмотрите, 2 года наблюдения, 13 исследований фактически, более 300 больных, и только в нескольких из них оценивали состояние системы репарации. В этой связи, опять же, мы видим значение иммунотерапии при наличии мишени на порядок увеличения полных патоморфологических регрессов. Вы скажете, как это доказать? Конечно, только путем хирургического вмешательства. Да, но, во всяком случае, и клинически, да, достигается определенный эффект на фоне нетоксичного, скажу вам, лечения. Что у нас? А, здесь, получается, как раз сейчас в этом году, в конце прошлого года опубликовали вторую фазу исследования, когда 32 больных, достаточно самый большой на сегодняшний день набор, именно с микросателлитной нестабильностью заболевания желудка. Видите, короткий курс. То есть не надо делать длительное введение иммунологических препаратов до выполнения какого-то локального подхода. Достижение эффекта происходит достаточно быстро. И в этой ситуации, посмотрите, 29 больных из 32 прооперировано. И фактически у 60% полный регресс на фоне короткого цикла лечения иммунологическими препаратами. Интерес, конечно, представляет вот эти 3 пациентов, которые не были прооперированы. Да? Ну, и вас станет вопрос, а как доказать, что там полный регресс, и что какая-то клеточка не спряталась в подслизистом слое, да, опухолевой? Ну, для этого есть определенные методики и повод для обсуждения. Но фактически 15 месяцев наблюдения, на сегодняшний день самый большой срок для заболевания желудка опубликованный, и мы видим, что все пациенты живы. При этом токсичность, получается, не очень высока. С точки зрения отдельных центров, почему показываю этот слайд? Опять же, для раннего или местно распространенного заболевания желудка или пищевода соустья, получается, везде есть эффект. И вот вы спросите, а как же все-таки определить соответствие того, что мы видим по рентгенологической картине, и то, что мы можем увидеть под микроскопом после операции. Оказывается, конкордантность 38%. То есть, получается, если ты видишь полный регресс при помощи компьютерной томографии или ФГДС, это будет у трети пациентов подтверждено хирургически. Обратная ситуация. И я покажу, у нас есть этот пациент, когда ты после определенного цикла предоперационного лечения получаешь регресс опухоли, это частичный регресс, может быть полный метаболический регресс, но при этом сохраняется плюс ткань. Ты можешь не попасть путем биопсии и не получить там опухолевые клетки. То есть и расцениваешь это как частичный регресс болезни. Так вот почему показывают это? Потому что оказывается у тех пациентов, у которых рентгенологически сохранялся частичный регресс, при операции под микроскопом опухолевые клетки не были обнаружены. То есть фактически это тот же самый полный патоморфологический регресс, который может коррелировать с общей выживаемостью. Вот в чем идея.
И в этой ситуации, конечно, это поле для деятельности, чтобы оценить и определить ту группу пациентов, которых не надо оперировать, при сохранении плюс тканей по данным стандартной компьютерной томографии. Что у нас? У нас получается 36 месяцев, наше отделение 116 больных, местно распространенное заболевание. Посмотрите, MSI было определено разными методами, и ПЦР, и иммуногистохимические, 13 пациентов, 11%, много. Наверное, байс, то есть специальная какая-то совокупность, целенаправленное изучение этих пациентов. Конечно, через центр число больных с местно распространенным заболеванием желудка происходит больше. И в этой ситуации, конечно, процент микростатической нестабильности на круг будет уменьшаться. В основном это жители среднего возраста. Оказалось, что мужчин было больше, чем женщин. И, видите, получается 12 пациентов – это N+ болезнь. В итоге, получается, мы провели до 32 циклов лекарственного лечения, а до операции в среднем от 4 до 7 циклов терапии. В итоге четверть – это полный метаболический регресс, потому что мы контролировали и по данным КТ, и по данным фибро, и по данным ПЭТ-КТ. Частичный метаболический регресс с уменьшением SUV у 9 больных. Если мы сложим, то фактически 91% эффективность предоперационного лечения. И мы говорим о монотерапии иммунологическими препаратами, не о двойной комбинации в предоперационной. В итоге, после определенных усилий и проведения циклов иммунологической терапии до хирургического вмешательства, 9 из 13 больных было прооперировано. Что видим? Вот третье, опять же, полный патоморфологический регресс. То есть срок наблюдения в 30 месяцев, на сегодняшний день все пациенты живы. Надо сказать, что один пациент получил 2 цикла адъювантной иммунотерапии, дальше находился под наблюдением, остальные – это адъювантный один цикл химиотерапии. Потому что мы не знаем, а что делать этим пациентам после операции. Что делать? То есть ты либо достиг, если даже частичный регресс, переходить на химиотерапию стандартную, допустим, которая написана в рекомендациях, или пойти по пути эффективной иммунотерапии, или дать адъювант на двойную блокаду. Опять же, никто не знает. Поэтому это повод для длительного наблюдения за этой подгруппой. Что интересно, 3 пациентов, которые отказались от операции, на сегодняшний день живы. И у одного из них действительно ставили вопрос по поводу хирургического лечения, но у него сохранялось распространение на пищеводно-желудочное соединение достаточно большое, до 4 сантиметров с инфильтрацией, которое было метаболически неактивное. Это было противопоказание для хирургического вмешательства. Плюс сердечно-сосудистая патология, которая требовала специальных анестезиологических мероприятий. Ну и в итоге пациента оставили в покое, он отказался и наблюдался у нас и получал постоянную иммунотерапию. Так вот, в течение 2,5 лет он получал иммунотерапию, до сих пор получает, с полным метаболическим регрессом при сохранении плюс ткани по данным КТ. Его ничего не беспокоит, он прекрасно себя чувствует, и на сегодня не теряет вес, не скажешь о том, что он пациент с заболеванием желудка. Подобных пациентов еще двое, которые имели желание отказаться. Но вот на сегодняшний день, получается, видите, такой большой срок пока у нас в центре имеется. Отсюда, получается, начали мы это все в 2019 году, и вот первый пациент, это, который вообще назначили в центре моноиммунотерапию с микросателлитной нестабильностью, был опубликован как раз как клинический случай в одном из иностранных журналов. Буквально для иллюстрации. Видите, получается, 2018 год с признаками кровотечения, с анемией выраженной, эта пациентка наблюдалась по месту жительства. По данным гастроскопии было определено большое достаточно по протяженности изъязвление с опухолью. В итоге, получается, по данным обследования мы обнаружили первичную опухоль желудка и региональные лимфатические узлы. При этом, сделав лапароскопию, это был местно распространенный процесс. То есть изменения брюшины в смывах, никаких опухолевых клеток не было. Мы доказали, что есть высокая метаболическая активность этого образования лимфатических узлов. Выполнили
молекулярную генетику и обнаружили методом ПЦР и на наличие микросателлитной нестабильности. И дальше, получается, классифицировали пациента как местно распространенный процесс и назначили иммунотерапию. Соответственно, 6 введений сделали, достигли вот такого эффекта в виде уменьшения размеров образования, выполнили ПЭТ, он оказался метаболически неактивный, сделали гистологическую фиброгастроскопию и посмотрели под микроскопом биопсийный материал. Оказалось, что опухолевых клеток нет. И в итоге, получается, выполнили субтотальную резекцию желудка. Что же увидели? А увидели вот эти изменения, просто втянутость, да, в теле желудка. И гистологически оказалось, что это фиброзное поле с иммунной инфильтрацией. То есть эффект на сегодняшний день был очевиден. И в лимфатических узлах, которые были увеличены до назначения лекарственного лечения, не было никаких опухолевых очагов. В итоге мы сделали 2 цикла. Это одна, единственная пациентка, которой мы сделали адъювантную иммунотерапию. И дальше отпустили под наблюдение. Это было 2019 год, да? А сейчас она недавно приходила на прием, прекрасно себя чувствует, ничто ее не беспокоит, признаков рецидива нет, поэтому в этой ситуации это повод для дальнейшего обсуждения и наблюдения. Ну, вот. 5 минут осталось, заболевание толстой кишки. Остановлюсь на 2 клинических случаях, потому что на сегодняшний день среди максимальное число пациентов на отделении это заболевание толстой кишки. Значит, 350 человек в год. Соответственно, на сегодняшний день только 10 человек получают иммунотерапию для метастатической формы. Покажу 2 варианта клинического успеха. Первый, получается, вариант – это то, что правый фланг, коммутация здесь. Идея какая? Что хирургическое лечение, назначение адъювантной химиотерапии, плохая переносимость. Через 8 месяцев прогрессирования. Да? Что делать? Мы назначаем FOLFOX стандартно. И ищем, вот этот, проводим генетический анализ. 2 цикла FOLFOX прогрессирования процесса. Стандартно, да? То есть мы говорим об какой-то химиорезистентности в этой ситуации. Что делаем? В этой ситуации дальше назначаем моноиммунотерапию, даже при наличии факторов плохого прогноза, при наличии коммутации для правого фланга. В итоге, при первой оценке эффекта мы получаем полный метаболический регресс. Сейчас покажу снимочки. Мы сделали 35 введений, 2 года лечения. Сейчас у нас 3 года наблюдения после достижения максимального эффекта на фоне лечения. Полный метаболический регресс. Просто все спрашивают, а сколько лечить? Да? Мы экстраполируем данные с других исследований. 2 года, полный регресс, в целом можно остановиться с иммунотерапией. В этой ситуации 2 года прошло, и дальше сейчас 23-й год, пациентка просто находится под наблюдением. Тоже ничего не беспокоит ее. Вот такие изменения были. Канцероматоз брюшины с метаболическими изменениями на передней брюшной стенке. И вот при первой оценке эффекта снижение метаболической активности и исчезновения этого образования. Вот полный регресс, он, вот видите, получается, нижние снимочки они подтверждают. Вторая женщина, получается, почему показываю? Здесь там химиорезистентность, 2 года, полный регресс, наблюдение и при отсутствии признаков прогрессирования, метастатической формы. Здесь, получается, молодая женщина. У нее идея в чем? В том, что можно ли интенсифицировать иммунотерапию, то есть сделать монопрепарат при прогрессировании, не уйти на химиотерапию, а добавить второй иммунологический препарат. Потому что многие на сегодняшний день кейс-репорты говорят, что этого делать не надо. И еще один момент – это необходимость циторедукции после достижения эффекта, о чем говорил прекрасно Иван Александрович при меланоме. Безусловно, одиночный очаг, мы при доказательстве этого будем выполнять циторедукцию, потому что, скорее всего, это будет влиять на продолжительность жизни. Вот точно так же и здесь. Видите, 18-й год, молодая женщина, хирургическое лечение, сразу метастатическая форма. Вот такие изменения у нее были в печени, двусторонние билобарные, которые имели метаболическую активность по данным ПЭТ.
В итоге сразу же при наличии микросателлитной нестабильности, а здесь мы сделали ее иммуногистохимически, назначили моноиммунотерапию. Получили эффект, да, видите, получается 17 введений, частичный метаболический регресс, число очагов печени, оно уменьшилось. И дальше, ее ничего не беспокоило, то есть незначимые какие-то были побочные эффекты, а в итоге, получается, верхнее это то, что было, да, и внизу это достижение вот этого частичного метаболического регресса. И в итоге через 13 введений иммунных препаратов появляется новый очаг. С одной стороны, конечно, руки чешутся для того, чтобы выполнить там биопсию или хирургическое вмешательство сразу на этом появившемся новом очаге. Что мы подумали? Ну, решили добавить, да, то есть интенсифицировать лечение, учитывая и срок назначения иммунотерапии, и эффект, который мы получили, добавить новый препарат. Вот в этом идея, да, можно ли добавлять, интенсифицировать. В итоге после, опять же, двух введений сразу получили метаболический регресс, и дальше все-таки решили доказать, что это единственный очаг в печени, и выполнить при возможности его хирургическое удаление. В итоге, получается, по артериогепатикографии он действительно был один, видите, стрелочками указано, он копил контраст, он был по всем признакам метастатический, и его термооблировали при отсутствии каких-то других отдаленных изменений. В итоге, получается, вот это контроль, зона термообляции, и вот, получается, полный метаболический регресс ноябрь 2020 года. Что делать, вы спросите? Нужно ли после хирургического лечения для колоректального рака метастатической формы назначать ту же самую профилактическую иммунотерапию? Здесь мы не назначили, и посмотрите, этот метаболический эффект сохраняется до сих пор. Ничего не беспокоит без лечения. В этой ситуации, конечно, основное – это то, что у нас есть в клинике определенная мишень со своими сложностями, трудностями. Конечно, надо определять вот эту узкую группу пациентов, которые будут иммуночувствительны. Отсюда получается, если мы смещаемся в ранней стадии, то, конечно, важен оценка. ПЭТ, маркер, биопсия, компьютерная томография, контраст, какие-то клетки, которые циркулируют. Важно что? Важно, что эффект у нас при иммуночувствительности достигается в раннее время. То есть не надо нам полгода ждать для того, чтобы, допустим, прооперировать пациента или сказать о том, что он иммуночувствителен. Мы видим по данным тех исследований, которые опубликованы, короткий эффект, короткое время наступления ответа. И если быстро наступил ответ, то тогда мы можем предположить, что это будет реализовываться в длительную, продолжительной жизни. Ну, отсюда, конечно, мы ищем дополнительные маркеры, иммунологические и молекулярные, ну и смотрим, что важнее, первичная опухоль или все-таки местно распространенный характер опухоли. Спасибо.